Мило. Так, вот здесь поставим. Я по 2000 топлива складываю. Могу и побольше. Чё? Позволяет мне теперь это все. Ой, бля, последний подсвечник. Херово. Ну ладно. Последний так последний. Козел так летает. Слушай, мне кажется, этот Сюпи на вызов именно вертолета. То есть здесь поменено, по ходу дела. Вызываешь вертолет и его гасишь. Такое, в принципе, по идее, это возможно. Но-но-но. Ну, 3 человека еще зашло. Да, реально вайп скоро будет. Подсвечников нету. Как-то улетит-то от меня или нет? И так и будет шататься. Да, такое. Мою базу легче, наверное, с фундаментами буду сносить. Если вот так вот посудить. Хотя в размере она небольшая. Так, тут у меня ничего такого нету. Нету. О, упали, упали аэродропы. Значит, они просто медленные. А, вот откуда они элки брали. Понятно все. Сишка, одежда, потрошки. Не очень-то и нужно на самом деле. Вот откуда вы это брали, понятно. Они дропы вызывали. Так, вот эта вот хрень пригодится. Патроны не нужны, что это? Да ладно. Это круто. Blind mine? У-у-у. Ну все, да, 3 аирдропа. А сколько они тогда вызывали? Ха-ха! Флэм Тауэр не нужен. Двадцать пять, 80. Они одинаковые, да? Да. В принципе, разницы нет, но там только одна сишка всего. Я не скажу, что вот так вот здорово прям. Хотелось бы что-нибудь поинтереснее. Для начала давай поинтереснее сделаем здесь. Вот так вот. Понятно, мне вообще ничего заряжать не надо. Вот, если она работает, бля, это какая тема, слушай. Хоть прикидываешь? Я вот прикидываю. Так, вот что с этими минами делать? Сам не могу подорваться.
Ну, вот с минами что делать, это, конечно, друзья, вопрос интересный. Но автоматик, да, мне определенно нравится. От него я не откажусь. Так, ладно. Топ. Ага. Это говно, это говно, это говно. Так, пистол нет, на сюда пистол нет. Это не нужно. От кнайф. Я все боюсь, что реально нужно. Так, ладно, вот так вот возьмем. Это у нас Flame Tower. Вместо Flame Tower. Давай-ка я проверю. Я боюсь, что не будут работать гантрапы, и тогда весь мой план пойдет коту под хвост. Нет, они работают. Они работают, блядь, без патронов. Серьезно. Это отчешуенно. Пока там еще крафтить-то ты будешь. Хрена. Очуметь, друзья. Они без патронов работают. Так, давай-ка я все повыкидываю, чтобы здесь больше не палить. Это вот ерунда тут спрячется за ней, меня еще грохнет. Все, конечно, круто, но не очень-то много от этого толку есть. Ну и зато теперь знаю, откуда ребята оружие брали. Блин, надо бы пособирать это на военной базе. Ах, бля, они ж как раз на военку-то бегали нон-стопом. Вот откуда у них столько стволов-то, ёпта. Плохо дело, да? А, это бандажки. Так, срочно. Еще взрывчатку терять не хватает. Сейчас я заряжу сишечки и нормально. У нас это тулз, да? Да, сишка у нас является, как бы это парадоксально не звучало, инструментом, друзья мои, да. Прикидываете, я вот лично нихера не прикидываю, как она может являться инструментом. Но вот как-то является. Пороха у меня хватает, серы тоже хватает. Хорошо. О, бля, сколько у меня этих компонентов. Чё-то, блин, на другой сервер зашел посмотреть, что да как. О, надо же. Я нашел хотя бы ящик. Ну да. Ясно. Это что за карта такая маленькая? Да вы что, издеваетесь? Охренеть. Пытаюсь найти нормальный сервер с нормальной хотя бы картой. Убедился, но... Карта все-таки нужна, но, блядь. Это, конечно, отстой. Ну, что это такое, блядь? Р-1000... Ты карта же 1000 на 1000, что ли? В общем-то, зашел я сейчас на сервер. Кому интересно, на сервер вот он. 72 человека якобы. Друзья мои, это маленькая карта. Она маленькая. Я, конечно, извиняюсь.
Но 72 человека здесь, в принципе, не. Вообще на острове оказался. Безбред сивой кобылы. Ладно. Так, как он называется-то? Вот кто. Мне голову парит всякой фигней. Сейчас я посмотрю. Сколько там реально народу. Battlefield, да? Ладно. Он у меня потом появится. 72 человека на маленькой карте, ну, не поместится. Я убедился в том, что 6 человек на мелкой карте, это уже, блин, перебор большой. А здесь 72? Серьезно? Угу. Я думаю, че у меня FPS садится? Это, блядь, шутка. Что это такое? Ролик я вроде не вижу. Фундамент МВКшная. Как красиво ты построил. Блин, слушай, хз. Я сдохну фармить на то, чтобы снести эту херню. Я реально сдохну фармить. Так, надо найти камень серы, посмотреть, сколько тут с одного камня серы выпадает. Да, сервер лагает жестко. Кто там такое? Вы хотите сказать, что это построено игроком? Это серьезно игроком построено. О, так. Спокойно. Ред, пошел нах. Да ладно, я не верю, чтобы ты игроком был построен. Прикалываетесь, что ли? Давай сплаваем, мне интересно. Не может быть такого, слушай. Ну это бред. Построить такое? Лагало знатно.
Это